Сегодня заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида посетил городской округ Серпухов с рабочим визитом. Вместе с главой Юлией Купецкой они проверили, как работает муниципальный центр управления регионом. Павел Бида с рабочим визитом в Серпухове. Как строится работа Центра управления регионом? Рассказали и показали в режиме реального времени. Основная задача специалистов – отслеживание обращений жителей и мониторинг ситуации в округе. ЦУР в Серпухове создан по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В штате у нас состоит 13 человек в УКО, которые находятся здесь, работают в данном помещении постоянно. Наш утренний день начинается с того, что мы открываем все на своих рабочих местах тепловую карту. Это наша первая минута нашего рабочего времени. Мы анализируем на сегодняшний день, какие проблемные вопросы волнуют жителей. В топ-направлении по обращениям жителей входят дворовые, общественные территории, мусор и дороги. Главная задача ЦУР – общение с жителями и быстрое решение проблем. От вас поступило обращение на информационный интернет-портал «Добродел» по вопросу неудовлетворительной уборки придомовой территории по адресу Луначарского, 33. Правильно? Да. Управляющая компания «Солидарность» нам предоставила материал, который говорит о том, что произвели уборку придомовой территории. Так ли это, нет? Да, уже убрались. Вы удовлетворены проведенными работами? Да, спасибо. Центр позволяет аккумулировать информацию из различных источников, в том числе поступающие через портал «Добродел» и соцсети. Обращения анализируются в режиме реального времени. Много ли случаев, когда вы не можете связаться с заявителем? Ну, есть же люди, которые хотят остаться анонимными. Доля в процентах, трудно сказать, может быть... Процентов 50, потому что мы видим, это обращение либо с электронной почты, на которую невозможно отправить обращение, либо выбирать телефоны, которые не стоят на входящие звонки. Аналитический сбор информации позволяет не только быстро и качественно решать проблемы, обозначенные жителями, но и предупреждать их появление. Павел Бида дал положительную оценку работе ЦУРа и администрации городского округа. Те проблемы, которые действительно сложные, те проблемы, которые действительно волновали на протяжении долгих лет, потому что я видел жалобы там и 16-го, и 14-го года, которые не были решены, а на сегодняшний день они уже... находится в стадии решения лица правительства Московской области, которое я сегодня представляю. Мне хотелось бы поблагодарить Юрия Львовна и ваш коллектив за эту чуткость, которую вы проявляете в работе в Центре управления регионом, и не только. По окончании встречи Павел Бида провел рабочий объезд по городскому округу, в ходе которого побывал на улице Советской, Калужской и Соборной горе, проверил содержание дворовых территорий, межквартальных проездов и общественных зон.